Капитан Тодд, Treasure Tracker. Дорогие друзья, 10 тысяч лет не видели мы этого замечательного гриба. Бам, третий эпизод у нас был, и я не помню, чем там все закончилось. Закончилось тем, что убили босса, и нам полкнижки осталось. Тодд, это Tribulations. Там, по-моему, играли за капитана. Да, вот, играли за капитана, и потом у них опять все поменялось, опять бабу украли. Там, короче, все эти три книги у них воруют по очереди всех подряд. Shy Guy, Shadow Dan. Let's go. Here I go. За бабу, значит, будем играть. За розовую. А здесь что-то темно. What the fuck? А чё, куда здесь? Я забыл уже, как играть. Это дергать? А, во, вот, на есть вращать. А здесь Shy Guy. Йоу, воу, флаг, тим, ноу, гаддэммит, I'm done. У меня сейчас, я репчи найду и убью. Ха, а ну иди сюда. Лошок. Монетку дали вроде. Так, а как, о, нашел как приближать. А ничего не видно. Это нормально? А, надо вот так, наверное, замутить. Там секретик по-любому. Не, вроде ничего нет. А я там вижу кристаллик. Здесь как-то очень плохо с этим. С обзором. А, опять. О! Тим! А! Бам! Фух. Вроде обошлось на этот раз. Так, ну я, короче, такой наверх полез. А здесь цветок. Он блин. О-о-о-о. Это крутой. А я сюда, и здесь просто так ступеньки. А, я облажался. У меня есть еще одна репка. Еще один шанс. А там Shy Guy. Погоди-ка, они ж меня бахнут. Так, а там, там секретный проход, и там что-то есть. И дверь закрытая. Я сейчас сдохну. Слушай, давай другие места. Я хочу гриб найти, короче. Так, давайте вернемся в самом начале. Я уверен, что есть другое место, куда можно пойти. Мне кажется, вот этот вот проход секретный, он что-то значит. Было другое место, куда пойти? Нет, то есть ты здесь начинаешь, тебе надо успеть бахнуть двух Shy Guy'ов и при этом не запороться. Это на будущее. Здесь, кстати, еще один. А, сейчас. Огребаешь. Ае. И таким образом мы находим... Волшебный кристалл силы. Не нравится мне этот левел. Темно. Там снизу он огни видно. Трехэтажный. Четырехэтажный даже. Так, а мне, короче, сюда вот. Ладно, я примерно понял. Есть тюрьма какая-то, там видно. Костры жгут, внутри сидят. Так, ну и здесь самая основная задача — это вот эта вот тема. Она что-то, похоже, сложная. Типа надо пройти и бахнуть. А меня сразу спалили. Тим, откройте. Боже, помогите. Я уровень прошел. What the fuck? Подожди. Вы что? Это что, блин, а... А надо сделать так, чтобы тебя вообще не видели. Here's a quick tip. На игрку вырубать свет. Guys, stealth. Давай еще раз. Я, похоже, раза три буду проходить сейчас. А может больше. Я что-то вообще все пропустил. Они как-то прям коридор с гагулькой, бам, и все, и конец игры. А так темнота, вообще ничего не видно. Мы сейчас будем играть в этот Solid Snake Grip Edition. Слушай, а здесь можно что-нибудь потыкать? Тыкать на Shy Guy — это станет его, я понял. Слушай, а как это его? Я что-то не понял. Короче, я понял одно, что сейчас можно сделать этот челлендж на то, чтобы не увидели, просто прокрасться по-быстрому, а потом будем собирать хрусталики. Так, тихо. Я спрятался, короче, такой. Сейчас он туда по... Сейчас он туда пойдет, я бахну. Ага, не ожидал такого. Я все еще не спалился, имейте в виду. А цветок знает?
Цветок видит в темноте. Не, ну цветок-то ладно, он не шайгай все-таки. Так, и сейчас надо просто зарулить. Звучит вроде просто, а с другой стороны, блин. Слушай, а как? Надо ходить за одним из них. Тихо-тихо-тихо, гайс. Черт подери. Опа, обдурил глупых шайгаев. Что, а там еще проход. Опа, а здесь что-то дернуть можно. Ну-ка. Это же ключ к секретному хранилищу. Подожди, а меня тогда увидят, и я сейчас парю и... Давай сначала, короче, пройдем челлендж. Прошли челлендж, и сейчас будем собирать кристаллы. Все, я понял. Так, здесь галочку сделали. Все, и теперь собираем кристаллики. Золотое письмо. Пойдем в золотое письмо. Это моя любимая тема. Там молотком можно бахать. Так. Здесь дебилы спят. Я уже играл в Mario Galaxy и... Опа! Дал мне гриб. Красава. Я с молотком. Это моя любимая тема. Let's go! Щит. Слышь, а где вниз-то? О, нашел. Золотой гриб. Дыра. Еще гриб. Бабки. Ае. 310 монеток. Красава, молодец. Так, мотаем обратно. Не собираем кристаллики. Так, ладно, все, вроде сориентируюсь. То есть надо пойти забрать ключ, и потом с ключом уже бахс. А этих всех дебилов можно... Сейчас будет убивать. Главное, немножко терпения. Тихо, баба, не бойся. Вот бы можно было их бить как-то. Хотя, наверное, для детей же игра. Помимо репок здесь ничем нельзя бить. Где я там, алё? Что происходит-то? Я где-то сдох. God damn it. Fuck you. Я понял. Там ситуация вышла из-под контроля, и в темном коридоре я забурился, короче, не туда. То есть вместо того, чтобы пойти сюда, я пошел вот сюда вот. А там кристаллик я уже брал. Надо выключить лампу, а то палят у меня эти чуваки. Так. Ты огребаешь? Так. Тихо-тихо. У нас хп маловато для того, чтобы пендриться так. Надо репкой бахнуть одного из шагаев. Вот что я понял. При этом важно понимать, что репка только одна. То есть сейчас я возьму ключ, и надо будет аккуратно пройти. При этом не спа... Слушай, а ключом его, наверное, можно бахнуть. Сейчас попробуем. Так, и здесь сейчас главное... Не намудрить. Оп, подерг... Опа. Можно ключом убить или нет? Давайте ставить ставки. Я считаю, что можно. Ну все, так грибаешь. Опа! Слушай, а ключ это Урпаурус же, тем он не пропадает. Опа! И вращаем. Unlock it. И здесь репа. Слушай, зачем репа? Я с ней могу в трубу залезть? Полез... реп моя! Я в Австралии теперь. Боже! Включай фонарь. Чим! Game is hard.
Визуально кажется, что это просто, но на самом деле очень сложная игра. А где репа? Воу! А! Фак! Дайте репу! You fucking kidding me. ХП. А еще что? Блин, я монетки не собрал. Хотя, да фиг с ними, наверное. Кристаллик. Ну все. Слушай, а где последний? Это третий? Сейчас будем второй искать. Так, сбурился обратно. Господа, давайте поможем Пинге найти последний кристаллик. Мне кажется, он в темноте где-то должен быть секретный проход. Так, здесь я дебил и бахнул. Мне почему-то кажется, что комната со звездочкой, там что-то есть. На самом деле это звездочка просто. Здесь нет никаких суперсекретов. Похоже, что нет. Кто-нибудь видел? Мне кажется, вот этот коридор опять он, это... Там прям слышно, что что-то... Блин, как-нибудь можно? Тот кристаллик вот я брал, вот этот вот, который... Мне кажется, здесь где-нибудь можно забуриться прям. Это начало самое. Что-то где-то надо подергать. Может, мужика убить? Бахнул. Здесь это я брал? Там ничего больше нет. У них вот этот секретный темный коридор. Мне кажется, делают вовсе не в нем. В Австралии я не думаю, что они бы стали делать два кристаллика. Типа здесь открыл, там спустился. Может, где ключ был, там куда-то пройти еще дальше можно было в этой двери. А то есть эта комната здесь нифига не видно. Give vision, holy shit. Вот эта вот фиговинка. Я так знал, гайз! А, нет, подожди, здесь я все видел уже. Что-то я туплю. Черт подери. Ладно, пойдем в Австралию. Надо, чтобы они друг друга убили. Здесь была всего одна репка. А он бьет? Гадя, а последнюю как убить? Надо, чтобы друг друга. Да ладно. Да не, не может быть такого. И типа их всех убьешь в кристалле? Да я не верю. И типа я запоролся уже, потому что я последнюю оставил. Здесь, по-моему, одна репа всего была. Да ну не бывает такого. Господа, только начал стримить, сразу же такое вот... Такое вот недоразумение случилось. Тайна последнего кристаллика осталась пока что не раскрытой. Надо одновременно сделать, они одновременно стреляют. Надо было прям бахать. Короче, у меня есть подозрение, что вон там есть комната, вот здесь. Потому что там прям цельный блок этот. Я вместо этого сюда ушел. Блин, ну ладно, давай попробуем цветы убить. Для этого надо уровень пройти. А больше вариантов на самом деле нет. Сложная игра сразу же начинается. Вот эта вот опять стандартная тема. Что? Игры для детей, игры для детей.
А дети потом в шоке. Так, короче, идем, убиваем цветы. Потому что цветы — это самое большое зло на планете. Так, второе нашел. Я молодец, конечно. Не, ну важно понимать, что это уже третий эпизод, и здесь все-таки для хардкорных игроков начинается схема. А может, прикол был в том, чтобы без лампы ходить, там что-то случится? Так. Есть вот этот цветок. Может, надо, чтобы он сюда бомбанул куда-то? Вот эта вот лестница, я не очень понимаю, зачем она. Наверное, для того, чтобы дети, которые боятся цветов... Хотя, с другой стороны, какие же дети боятся цветов? Дети? Дети цветов. Да. Лошок. Может, вообще всех убить надо? Я могу. Я выключу лампу. Так, пойдем сюда вот. Здесь. Универсальное оружие массового уничтожения. Слушай, вот было бы классно, если бы ключ можно было прям с собой носить сюда. Опа. Так. А зачем вот эту вот репку? Большой вопрос. Наверное, для того, чтобы бахнуть вот этого дебила. Не пошло. А! Бро... И lost! Тим! I'm done. Боже, уведите. Тим! А, здесь еще один. Фак! Лестница, я сейчас лестницу бахну. А как упасть? Нельзя упасть с лестницы, what the fuck? Там же на голову можно было прыгать. Ладно, пойдем цветы, короче, убьем, посмотрим. Я подозреваю, что всех надо убить, иначе бы репы вот эти стратегически не были. Блин, вот это я облажался, конечно. Вот так. Слышь, не работает тема такая. Мне нравится хард. Так, ладно. Блин, сложно играет. Короче, я убью всех шайгаев сейчас. Восьми. Они злые. Не заслужат смерти. Вот это парни. Он тоже один из тех, кто виноват во всем. Во всем, что со мной происходит. Ей. Так. Это бахнул. Ну залазь-то еще, глупый баб. С цветами, блин, сложная задача на самом деле. С репой залезть нельзя туда? Чуть не порвался здесь. А помимо этого как-то больше нечего. Тихо-тихо-тихо, чуть не спалился. Туши свет. Так. Забираем секретное оружие. Пытаюсь посмотреть, вдруг что еще есть секретное. Бам! Ага. Так, получается, эта репа теперь не нужна, она запасная на случай, если кто-то лошок и не сумел убить шайгая с первого раза. Ну, понятно, что таких здесь нет. Ну, теперь только один выход. Трубу. В трубе совсем другие вопросы обсуждаются. А ну мочите друг друга. Ну почти. Я ж сейчас сдохну.
Они опять свои шарики убивают сами. Я понял, как надо делать. Тихо. Блин, я не понял. О! Так, и теперь надо, чтобы здесь этот убил. Все. Здесь, правда, тоже небольшая ситуация. Кто там первый стреляет? Я, как? А, вот так? Ага! Ага! Так, и сейчас, гайз, главное, боже, если я облажаюсь. На! Слышу, чё? Эй, вы обещали? Блин! Я всех убил! Это я видел уже. Бабки, да, спасибо. Блин, я так потел еще. Ладно, давай подергаем хотя бы. Опа, хорошо стало. Слышишь, вы что, что за подстава? Мы так не договаривались вообще-то. Может, здесь подергать что-нибудь вот так? Ладно, понажимать. Господа. Так, ну ладно, зато теперь весь уровень в нашем распоряжении. Мы устроили здесь массовый геноцид. Убийство. Оказалось, что все было впустую. Ну и теперь опять исследовать. Back to the drawing board, как говорится. Там что-нибудь видно вообще? Там вообще ничего не видно. Гироскопы можно наклонять, паты и смотреть. Боже, я сейчас рассмотрю все со всех сторон. Хотя, что мне даст? Кто-нибудь видит? Что-нибудь? И сверху-то понятно, что не видно? Блин, вот это они замутили, конечно. Так, ладно, самый основной вопрос у меня был по поводу вот этого коридора, и он постепенно проясняется. Там что-то есть! А, блин, подожди, это не то. Надо с этой стороны. Тихо. Я вижу! Я вижу свет в конце туннеля. Подожди, это вход. Что-то я ракую. Короче, надо вот с этой стороны, на самом деле, смотреть. Тихо, я наклоняю. Боже, это так окверт. Там фигня какая-то. Есть ли там фигня? Боже, это управление. Вы видели, как я сейчас... Короче, вправо туда нельзя. Блин, и чё получается? Чё-то какой-то отстой получается, вот что я скажу. Блин, они фигово это сделали, слышь? Я так не хочу играть. Я геймпад держу не так, как надо всегда. Её надо держать горизонтально, получается, для наиболее лучшего результата. Для того, чтобы видеть секретные проходы все. Зеленые листочки. Это от гриба. О, точнее, от цветка остались, не знаю. Наверное, нельзя дернуть. Вам лишь бы что-нибудь дернуть. Здесь игра такая вся. Чё-то я попал в тупик. Не, нельзя дергать. Слушай, окажется, что невидимый кристаллик, как невидимый гриб. Здесь не горит костер. Костры надо тушить, да ладно. Тушить костры репками? Подожди, такое возможно вообще? Я кидал сюда репку, вопрос. Цветок тушил костры. Да ладно, подожди. Че, серьезно, цветок тушил костры? Да, не может такого быть. Репки по... Короче, давай пройдем уровень. Как здесь? Вот так можно посмотреть было с самого начала, но кто же про это знал? И здесь типа вот так все видно. Можно все рассматривать. Если очень хочется. Если хочется найти пиксельного Луиджи,
которые спрятаны на каждом уровне на текстурке где-то. Ладно, короче. Давайте попробуем заставить их тушить костры. Посмотрел видео на ютубе. На лестнице, где цветок. Типа невидимый кристаллик. Да ладно, ну-ка давай прорашим. Мне бы сообщили, наверное. Мне же про такие вещи докладывают обычно сразу. Типа вот здесь вот. Надо, чтобы он зажег огонь, а не потушил. Вот так вот. Не правда ли? Ага! Гайс! Ае! Кэптен Тодд, лучший эксплорер всех времен. Ай, народов! Боже! You fucking lost. Все, ладно. Теория по... А, слышь, я забрал уже. Мне можно выходить. Я пошел отсюда. Как уйти? Экзит. Засчитают кристаллик? Блин, не засчитают. God damn it. Почему это показывает, что их три? Так, ладно, давай по-быстрому. Все. У меня уже печенка сидит этот уровень. Пойдем давай туда он. Еще этот аутист будет. Один на вот хидом. Так. Зря я ливнул. Что-то я... А, кстати, что я ливнул-то? Я же запоролся. Зажигай. О, все. Боже, я не вижу ничего. Тим. Я на экзит. Все. Фух. Блин, вот это да, вот это задали задачу, конечно. Зажигать костры. Ну ничего, зато прошли первый вот этот вот. Бам. Поставили нам печать, штамп. Официально. Молодец. Разл-дазл слайдер. Here I go. Воу. Лас-Вегас, гайс. А че? Блин, здесь что-то какой-то пинбол. Да ладно, что, серьезно пинбол? А что будет, если залезть? Бам! А! Вижу невидимые. Выключил фонарик, и так светло. Зачем электричество тратить? Хотя с другой стороны, фиг ли. Так, а я сейчас наступлю, я падаю, конечно, да. О, я в тазик упал. Блин, это пинбол. О, дра. Я в дру. Здесь дебил бегает. What the fuck, я в кишках пинбольной машины. Так, а что они здесь? О, еще. Бро. Ой, он какой-то странный. Он какой-то... Ты че? Что-то у них паттерн какой-то. Я пошел. Так, ну нормально было. Ага, и сюда я, значит, обратно. Давай с другой стороны шмалем. Бам. О, монетки-то! Ты че? Надо было наклонять геймпад, чтобы... Да ладно. Я понял. А, я там... бам! Чё-то бах! Зелененькая. Хорошо. Так. А как-нибудь можно целиться? Ничего не происходит, я все подергал, все, что можно было. Как монетки забрать? Слышь, дайте монетки-то. Так, а там я так понял, то есть вот этот наклон, это просто камера, и он не влияет все-таки иначе. Я хочу забрать. Монетки хотя бы. О, что-то я... Блин, там... О, там... Бам. О, кристаллик нашел. Фига себе, вот это левел. Так. Главное все подергать. Надо там упасть... О, боже. Я так и знал. А, я понял, там сгораются огоньки, они показывают power level... Не,
Не покажет Варлау. Нацельтесь. Хочу монетки. Бам. Воу, кристаллик. Тим, заберись меня сюда. Да господи, я хочу уйти. А, не сюда, я здесь был уже. Я здесь не был. Опа. У меня один кристаллик остался, все. Ха-ха. Так, ну все. Я был в трех дырках. Видел некоторое дерьмо. Нажимаю там, что-то переключаю. Я готов экспериментировать дальше. Воу! Ага! Я сейчас открою выход к вечному блаженству. Прям бам-бам-бам. Крейгазм. Я вижу последнюю фигню. Да ладно. А как? Годи, ну я вижу последний кристаллик. Алло. Ладно, сейчас сообразим. Давай с этой стороны, поехали. Тран. Бам. У меня, короче, такой с этой стороны. Воу, бам. Пыщ. Там заново монетки появились. Ну-ка, давай. Годи, это можно бесконечно здесь монетки гринить. Все фармить. Блин, а мне бы кнопочку потрогать, на самом деле. Мне монетки, ты че? Ща, почему они заново появились, а сейчас нет? Типа я выиграл что-то? Жизнь. Все, последнюю фигню надо нажать. И помимо этого надо понять, как кристаллик последний забрать. Вот это очень сложно для понимания. Ага! Бам! Цвет радуги, все. Так, ну-ка пойдем. Сюда вот. Опа! Я так знал, здесь еще одна спускалка. Годи, а там что-нибудь есть? А, там выход просто. Ну и все, сейчас с другой стороны бахнем и заберем вообще сразу все. Вау! Ае! Изи катка. 122 монетки, я пошел. Вот это левел, вот это я понимаю, не то, что вот этот Solid Snake предыдущий. Костры кит зажигает, лол. Да ладно. Блин. Вот они вечно троллят этой фигней. Нельзя попадать в дырки. Это, кстати, сложно. То есть надо на 5 этих штучек нажать. Ну, зато быстро делается. То есть здесь прям туда-сюда, бам-бам. Бам. Номер раз. Теперь здесь, короче, так. Так. Тихо. А, ты че? Они еще и урон, оказывается, наносят. Я думал, они так, по фану. Он прям кусает. Кусь-кусь. Щит. Воу. Так, а вот это самое последнее, оно сложное. Здесь надо аккуратнее. А хотя есть туннели, может прокатить там. В туннеле вроде немножко замедляешься. Вот в этом. Типа, если вправо прям жать. Нет. Что-то вообще не то. Так, ну давай. Давай с ним облажаемся. Опа! Ха! Not bad, not bad. Оу, oh, yeah. Господа, скажите, насколько сейчас лучше стала фигня про появление сообщений в чате, когда вы отправляете, и между тем, что у вас на стрим появляется. Там добавили... Блин, я опять туда пошел. Там добавили эту опцию, что сейчас меньше задержка, там 30 секунд максимум, там сколько-то. Или на треть они уменьшили, что-то такое, короче. Одним словом, лучше должно быть. Поздно канал Canon Run. Let's go. Ничего себе, клубничный сироп. Блин, слушай, эту всю игру можно было так камеру менять?
Бам! Бе-бе-бе-бе. Нажать. У-у-у, я размножился. Слушай, что мне с двумя бабами делать с этими? Годи, ну, типа одну сюда можно, а другая автоматом засасывается. What the fuck? Можно еще бабу купить. А, там дерьмовики. А что они сделали? Ничего не сделали. А, они запороли одну бабу, а у меня новая выросла. Пойдем лучше сюда. Так. Слушай, а здесь что-то подстав... Я понял. Там надо было привезти фигню. 12-16. Ну, нормально. Раньше-то вообще по минуте сидели, и аутизм это был, что я отправил сообщение, но никто ничего не реагирует. О, а там что-то автоматом прям засосал. Ну, ладно. Пойдем сначала направо сюда вот. Ты что, зачем двойные бабы? Она опять сдохла. Ну и пошла она. Фидит вечно. Так, а я что-то поражать надо. Да ладно. И тебе ви... там была еще вишня, верните. А! Не успел. Не замикрил. Ну ладно, я понял концепт. То есть надо две бабы провести, чтобы на этих дерьмяках не запороться. Надо прям аккуратненько дернуть. Так. Вот, две бабы. Тихо. Блин, здесь с камерой. Так, сюда, короче, полетели. Пока чуваков нет. Бацаем вот так вот. Слушай, там вот та вишенка ее как-нибудь. Бам. Нет, так не работает. Нашел. Блин, а как туда? А, я понял. С другого места. А тот кубик там нужен, иначе запоришься. Я вспомнил. Так, сейчас, короче, смотри. Опа. Магия дружбы. Бахнули. Ну, вообще нормальная игра. Стреляешься женщинами грибами из пушки. Так, здесь... Погоди. Надо вспомнить, куда он стреляет вообще. По-моему, он стреляет вот сюда вот. Они все вперед стреляют, то есть они сюрприз не делают особо. И поэтому можно, если не дебил, то предвидеть, не умереть. У меня уже не получилось один раз, поэтому делайте выводы. Три бабы. Ае. Так. Сейчас 4 бабы будет. Помяните мое слово. Слушай, если баба не влезет, она умрет. Еще. Ну-ка. Квадрупл. Ретернес. Так, а теперь вопрос. Куда я приземлюсь? Рядышком или туда он? Гайс. Давай подумаем. До этого стреляли меня из пушки, я стрелял недалеко, да. Делаем ставки, что сюда вот. Да, нормально. Так. Ага, и там типа поддон на три бабы. А! У меня три бабы, все осталось. Так, ну и ладно, а здесь три-то и надо. Опа. Not bad. Ничего так. Бам. Так, тихо, спокойно. Ага. Слушай, я не понял. Сейчас скажу, что нельзя размножаться, то есть нельзя вишенки есть. Или что-нибудь такое. Они вечно вот это. С четырьмя на... Боже, я наступил в последнем... Боже. Письмо опять. Блин, это от зомби бегать. Мне от зомби бегать не очень нравится, там столько стресса. Ну ладно, давай. Я так и знала, то есть... Так. Жизнь. Бежим. Fuck the police. Золотой гриб.
Тим! О, залез. Где ты вылез? Еще жизнь. I see you. Меня сейчас догонит дерьмовик. Спасите, господи, боже, помогите. Они за мной идут по моему пути, поэтому надо их подставить. Fuck you, shy guy. Вот я же говорил, здесь только стресс, что не знаешь, что делать. А! Все. Зато гриб. Ага. Время заканчивается. Тихо, отвали! God damn it. Ну, 358 все-таки тоже. Нормально. Бам. 40 жизней. Так, ладно, давай. С четырьмя бабами-то несложно. Надо просто на это... На терпение проверку, что эти вот черные дерьмодемоны. Они же вроде не то, что прям напрягают. Просто поспешишь и... Людей. А, я вспомнил, правым стиком можно камеру менять. Господи, я забыл совсем. Да ладно, и все это время можно. Тут я вот здесь. Так, ладно, нам нужна вот авишенка. Значит, что сюда вот сразу. И теперь вот так. И быстрее, 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 пока никто не видит. Бам. Теперь ждем, пока не свалят. Слушай, а у всех баб свет работает? Они реально все включают. Теперь вот так. Бам. Так, берем четвертую бабу. И обратно. Поехали. О, какие камеры у меня. Ми-ми-ми-ми. Так, а, во, здесь вот эта тема сложная. Я на ней изборолся как раз. Ты ж, блин, да ладно. А как? Что реально там прямо это... Fuck you! God damn it! I'm done. Блин, а как? Их надо построить? Они из трубы-то вылетают, а они в определенной формации вылетают. Че, видите, к чему я клоню? Воу, я прям синематограф. Синематографик. Экспириенс. Делаю. Воу. Бам. Так. Там прям молния и гром. А я летаю здесь и клубнику хаваю. Точнее, не клубнику, а вишню. Быстрее назад, пока не вернусь. Справа больше, да-да, в принципе, справа. Пожалуй, действительно побольше чуть. Слышь, можно их утрамбовать в рядок вот здесь вот. О, и вот так проехать, блин. А то там стояла одна вот эта вот, блин. Маруся. О, видали, какая у нас формация? И сейчас, смотрите, я зайду, и вся эта формация к черту матери. Блин, да ладно. Сейчас у меня упадет баба. У меня сейчас баба упадет. Я пытаюсь серебрянкать как надо. Короче, место примерно одинаково на самом деле. Кажется, что справа больше. А хотя да, справа больше. Опа! Все, есть катка. Я еще на этих спорюсь. А, точно. Там не видим монетку, ладно. Тихо-тихо, не двигаемся. Двигаемся. Ое! Фух, господа. Только стресса. Бам. Опа, все, царь. Мотаем дальше. Напой. О, на поезде это мой любимый уровень. Уже был один уровень на поезде, мне прям понравился. Здесь смесь стелс-экшена и... Видите, какая здесь прям... О, да ладно, what the fuck? Я их сейчас убью. Про зомби мне здесь пытались навязать. Да ладно, они заново появляются, you fucking kidding me. Я пошел туда. Слушай, а здесь камера, бро. Она уже меня бахнет.
А это не Хаммерброид, дебил, аутист. Он вообще вниз падет. Слушай, а че он сагрился так рано? Он фонарик увидел, я так знал. Блин, а я что-то теперь... Ха-ха, лошок. Он сейчас там... У, давай! Он будет мой большой защитник. Нападающий. Я его бахну сейчас, что он здесь? Ямщ. Он в каске. Он сработает? Ха-ха, сначала я так знал. Все продумано же. Я дерну. Ха! Прощайте, неудачники. So long. Здесь новые? Фак! А, птица задницам плющит. Тим! Слушай, а меня сейчас этот чувак найдет. Надо убить. А, птица же! Fuck my life. Слушай, я его не убью так. О, нормально, он расплющился. Так, и скорее сюда. Блин, а что ты? Она бахнула его! Птица бахает привидений. Ты мог... Короче, я пошел. Дергайся, мы не бросим. А, спасите! А, нет! А! И только потом они сдохли. Я так, сейчас гриб дадут, нормально все. Бам! А птицы? Ха, птицы глупые, они не смогли в ориентацию на репы. Слышь, я так знал. Фак! Тип! А на этих надо смотреть. Так. Другое дело, что они обратно потом влазят. Я нифига не одобряю такое поведение. А-а-а! Сейчас кажется, что реп нужна была для чего-то еще. Здесь дергать. Что будет? Слушай, погоди, я же тогда... Фак. Вот это провал. Я лестницу в последний момент заметил. Смотрите там что. Опа. Что не сделаешь ради одной монетки. Так, ну ладно. Так, а здесь надо, чтобы птицы их бахнули. Ну, блин. Что-то я маленько перемотнул. Так, ну ладно, теперь эта стратегия более-менее понятна. Бежим. Let's go. Есть, короче, так. Фонарь врубаем, чтобы нас полузащитник не подачи. Он все равно агресс. Бам, давай, мочи их там всех. Бам. Изи катка. И теперь я... О, тихо. Бро, со мной дебил. Подожди, а может это надо? Он, он прям ломает. Ты че? Он совершил судоку. Так, использовали птицу в своих целях. Так, здесь дергать я не буду, fuck you. Проваливаюсь. Ага, лучи смерти. Боже, он меня щебет. Не вроде норм. Бежим. Да ладно. Слышь, эту полную подачу надо было сюда вести. О май гад, I'm done. Fuck you. Слышно, он же судок совершил. И как его? Я что-то не понял. Ха-ха. Блин, а того как? Ага, надо дать им пролететь. Не понял. Блин, что-то фейл. Ладно, надо пройти уровень, посмотреть, какое требование. Они ничего не убили теперь за это. Ну ладно, я... Опа, а теперь убили. Ха. А здесь ботаник, у него прям куча бабок, слышишь? Ты откуда набрал? Спасибо, он грибы дает мне. Там дернуть можно, слышишь, я хочу... Можно я дерну? О! У! Жизнь! Тим! О! Мое! Ха-ха! Класс. Здесь новый. Блин, ну вот эти вот дерьмодемоны, они напряжены. Столько стресса за них ищет. На. Пендрюс. Ладно, сейчас будем использовать этого квартербэка. Как его там?
в своих целях. Fucking kidding. Ага, ложки. Черт подери, они же здесь так и останутся сейчас. Если они не будут меня видеть, они... Я выключу свет. Слышь, отвалите. Если я так сделаю. У нас проблемы. Если я включу свет и с лестницы их буду подсвечивать. Ага. О, я забузил. А, там влазит. Тихо-тихо. Бам-бам-бам. Ничего себе, сники. Сники, мадфак. Опа. Фух. Так. Дефиты, то их всех надо убить. No way. И потом окажется, что там где-нибудь один секретный этот чувак. Короче, я понял. Цель в том, чтобы не отцеплять вагон вообще никогда. Если не будем отцеплять вагоны, то все у нас получится. Наш с вами. Совместный гриб-карьере. Так, ну для этого нужен вот этот чувак. Без него он сейчас... Будем его обузить. Как его обузить только? Эй, я тут. Слушай, а их можно здесь прыгать им на голову прям. Мне кажется, это так сидит тема. Бам. О, двоих бах. Слушай, а он сейчас сюда прибежит. Эй, я тут. Бро. Ты ведь любишь меня, не правда ли? I love you too. Ха-ха, just kidding. А-а-а! У-у-у! Сынок Дяшкин. Боже, как же он наводится. Он сейчас врежется, переключатель. Так, тихо, спокойно. Я мой друг дебил. Так, он того парня не бахнет. Опа, хорош. И птичка бы еще, да, ладно. А! Здесь нету! Ладно, здесь есть зомби. Фак! Я его птичку забузил. Так, а дебил мне надо... Сюда? Как бы мне провести? У! Крыгазм. А! У! А! Спокойно. Так, ну-ка давай покажи им, кто есть в басе. Меня только, блин, не бахни. Слушай, он сейчас всех раскидает, он же супер боец. Он в Афгане воевал. Так. Ага. Тут я такой на лестнице. Ну и все, на этом наша любовь угасла. Я использовал себя в своих целях. Ахахахаха. Отцепляем весь этот ненужный отстой. Бам. Ложки. Так, теперь надо дожить до гриба. То есть, это значит, не, вот здесь не запороться. Блин, что-то это плохо было вот сейчас. У меня проблем уже. Нет. У! Коли щит, вот это я бахаю. Давай. Ништяк. Так, ну-ка здесь. Подудим в дуду. А! У! Он сюда прям приехал сам. Спасибо. Фух. Так. Там вообще все отцепилось. Или что-то произошло. Еще может дернуть надо. Короче, я понял, что самое сложное будет последней платформы. Это-то несложный парень был. Не оставил от него мокрое место, вот это все. Так, вот здесь надо по таймингу вылезти. То есть, когда птички назад полетят, надо вылезать. Сразу же морозится этих дебилов. А, теперь уже все плохо ездил.
Блин, а вот это отстой. Я так и знал, что рано или поздно мы перейдем на это дерьмо. Блин, а как? Я здесь обузил как-то? Опа, вот так вот. Микродвижение. Так, они сейчас на одном месте. Он вырастает новый. Ладно, он пока дупляется там, вот этот второй дебил. Можно свалить. Сейчас. Сейчас они с разворота пока будут пытаться там что-то делать. Давай. Последнюю. Ага, все. Сейчас кажется, есть еще какой-нибудь секретный. Гайс, вроде все. Бам, бам, фу. Пронесло, я уже думал, сейчас еще будем. Ну нормально, прикольный уровень, мне понравился. No sleep at comic keep. Сейчас босс будет, друзья. Вы готовы? А, щет. Let's go. Here I go. Воу, здесь прям. И направление камеры не меняется. Я буду собирать монетки. Обычно босс левела заставляет монетки собирать именно. А вот, теперь все включилось. Там сверху большой рычаг. И здесь прям бам-бам. Схемы. Сейчас прилетит какой-нибудь супер-аутист и будет меня сдувать опять. Я помню эту тему. Вот он. Я так знал. Камик. Oh, fuck you, камик. А, так он ничего не будет делать. Он будет всегда вот этот вот шарик свой пускать. Лол. Кому какое дело до его шарика? Погоди, там что-то прям... А, это он летает. Так, здесь разницы-то особо нет, где залезать. А я могу тралиться, он не знает, куда бежать. В трубу полезем? А есть ли смысл не залазить в трубу? Если вот эти чуваки, интересно, они нужны? Там вот эта ниша, она, по-моему, просто так. Я в трубу. Так. Еще. Слышь? Ха. Тихо. Братиш. Черт подери. Нужен камбэк. Слушай, да ладно. Я так старался. Я туда. С другой стороны. А, я понял, зачем репа. Вот это что, как убить? Камик-то, похоже, не убить. Или там как-то, я не знаю. Целиться, наверное, надо, я не умею. Не, ну если еще одну репу дадут, я сейчас прям... Ищу. Ключ. Вот так. Ты что ли? А, он выше меня, поэтому я в него репку не попадаю. Я говорю в геймпад, и поэтому... Слушай, а ключ как? Мой ключ! А он появился обратно. Я опять его выкинул. Давайте прекратим этот аутизм. Я все понял. Так, и теперь я тут такой бам. Жизнь дали. Надо дунуть. Именно так эта игра работает, господа. Так, а здесь есть большой шанс потерять ключ. Если делать вот так. Фак! О май гад! Так, ну ладно. Давайте сконцентрируемся все-таки на нашей задаче. Где там ключ был? Вон там. Так. Деревянные чуваки. Бам. Так, сюда вот. Бахнули ключ. Все, можно здесь раздунуть. Ага. Так, короче, с ключом не будем ничего выдумывать. Сразу дверь его суем. Слушай, а есть красная тема. Это куда я приеду? Блин, а в дверь мне хочется посмотреть. Здесь можно. Я замутил. Там можно менять направление вылазки. Погоди, а куда надо, чтобы меня сплюнуло? Там что-то как-то... Там что-то...
короче. Тихо, бро. Кристаллик, самое главное. Так. Типа я поменял направление вылазки. Сейчас посмотрим, что это будет значить. Ну сейчас по-всякому попробуем, фиг нам. Я не думаю, что там много конфигураций. Так, эти дебилы, они просто так сейчас здесь. Так, а синяя труба, это что, куда? Ну, пойдем, больше некуда. А, это прям, нормально. Нормально. Ага, и сейчас я, опа. Не ожидали такого? Зачем я сделал? Не, серьезно. Чтобы сюда попасть? Подожди, а я же... А, я не здесь был. Ну все, секретные сокровища, бам-бам. Здесь что? О, кристаллик последний. И там подергать немножко. Так. И сейчас будет у нас финальная битва с Камиком. Я такой лезу героически. Их три! Не видим монетки. Их надо собирать, я уверен. Не будь я гриб. Да что мне своими... Боже, мячиками. Так, ну ладно, не огребает. Ха! Бам! Боже, это... Если вы понимаете, что я сейчас... Целюсь вручную, в том плане, что вращаюсь в кресле. Бам! Ну и все. Воу! Секретную звездочку вылезла. Ладно, вроде изи. Сейчас скажут, что нельзя никого убить вообще здесь. Или что-нибудь такое. 190! Я ровно 190 собрал! Ну, нормальный красавчик. Это босс уровень был, я так понимаю. Сейчас будет катсцена, наверное. Опа. Ревенант, это катсцена, готовы? Друзья, давайте подготовимся сейчас. Катсцена будет. Капитан Дёрг. Он едет какой-то. Он на золотом. Бам. Ха-ха. Это можно нажимать, это я нажимаю, прям ломаю все. Ха-ха. Я завоевал золотого дракона. Это в прошлой серии было, если кто не смотрел, на YouTube найдите. Мы завоевали золотого дракона, и теперь он наш. Дракон, это наш дракон. Бам! Все в монетках. Ха-ха. Уничтожение. Не строй. Что-то тонем. У тебя надо нормально-то? Конфигурируй высоту. Бам. Дебилов колась тоже, да, давай. Щет. Еху. Сейчас, наверное, будет уровень, где одновременно сразу двумя ходить. Или что-нибудь такое. Бам-бам-бам. Ретро-рамп-ап. Что-то там про Донки Конга прям видно. Как вам катсцена? Мне нормально. Я, правда, видел такую уже. Видно, что они... Holy shit. Я пошел. Здесь просто так... Нет, не просто так. Опа. Нашел бэкграунд. Раньше-то игры двухмерными делали, когда это была вот эта вот эра, когда не знали, как игры делать трехмерные. Ну, сейчас вам смотрите-ка. Вот так вот. Забыл, что можно игры трехмерные. Так, там он, я вижу. Я все кристаллики, все три кристаллика вижу. Ну, выглядит как легкая игра. Хотя, погоди-ка, с другой стороны. Короче, надо залезть на лестницу. И там эти дебилы, они прям будут меня преследовать, но мне надо подергать успеть. Задача, конечно, не из простых. Так, ладно, давайте сконцентрируемся. Теперь я такой залезаю. Дерну монетку. Фак, я так знал. Бам-бам-бам-бам-бам, бичес. Кто есть еще? Все, unlocked. Черт подери. У нас ситуация. Тим, нет. Боже, я не добасал. Ну, огребайся. God damn it. Блин, я так и знал, что они напоследок. Проклятые гейм-девелоперы.
О, здесь что-то вращается в разные стороны. Слушай, а мне сейчас на голову не... У меня сейчас запустят. Там видно дебилы, которые запускают шарики. Уии! Да ладно, и там сейчас еще один молоток дадут. А я сюда, в эту дырку. Что вы теперь скажете? Not bad, not bad. Так, ну я такой, короче... да ладно. А! Сейчас накроет еще. Так, ну-ка. Уи! Теперь сюда вот. Есть, подергать можно. Вам. О, это то, что надо. Грибы для здорового роста. Так. Слушай, а дебилы бахнуть? Здесь тоже дуть надо? Приехала. Так, ладно, я понял. Или нет? Короче, я в дырку сюда. Там вниз можно. Сейчас там сверху молоток дадут, и надо будет прям прорашить туда. Теперь вопрос, надо ли ломать коричневые кирпичи? Скорее всего, ответ будет нет. А, их надо с другой стороны будет ломать. И вот так вот бам-бам, и туда бах. Короче, вы поняли. Сейчас я облажаюсь. Лоу. Опа. Так, сейчас он вернется. Готовы? Гайс, на счет три будет молоток. Раз, два. Молоток. Ае! Let's go! Бам-бам-бам-бам-бам! Бам! Забрал! Фух. Все, все три кристаллика наши. Ну и все, пойдем на выход. Ха-ха. Сейчас скажу что-нибудь прям. Я там не разбил одни кирпичи, но мне кажется, там просто какая-то ненужная фигня была. Сейчас золотой гриб. Смотри, что... Да ладно. Слышь, очень серьезно? Я что-то, блин, не уверен, что хочу такое. Давай, конечно, попробуем один раз, но ты как сломаешь-то все? Это стресс и на время вот это такие челленджи я очень не люблю. То есть, типа, первый блок это вон там. Первые блоки. Вот они, вон те он. А, накрыло. Блин. Ладно, это такой пробный, скажем так, забег. Блин, ну, нельзя так делать. Ну, это последний уровень, это понятно, что здесь. Рано или поздно пришли бы мы к этому. Так, слушай, а как интересно. Наверное, надо просто вниз падать. Я по лестнице, по-моему, туда спускался. Хотя нет, не спускался. Get fucked. Так, здесь я молодец. Ну, там самая большая, это второй молоток. Самая большая фигня. Вот это, здесь только блок. Все там времени достаточно много. Первый оказался простой, когда знаешь, что там надо завернуть под конец. Здесь, мне кажется, фишка будет в том, чтобы на лифте уехать обратно. И бахать вот с этой стороны, а не туда-сюда бегать. И при этом не свалиться сразу туда вниз. Я сейчас парю здесь. Алло. Так, блин, ну ладно. Гайс! Веди этот бойс! Че, главное не наступить случайно на это дерьмо. Вроде норм. То, что поначалу оказалось невыполнимой задачей, оказалось слишком простым для капитана Дёрга. Опа, все, царь. Опять золотое письмо. Ну, сейчас с молотком-то мы повеселимся. Мотнем. Где еще? Сюда. Ну-ка, пойдем.
Так, здесь ботаник гриб дает. Он всегда гриб дает, я. Я же понял все. А, крэп. Две дырки. Они рандомизируют дырки. Молоток. Я в прошлый раз до низа добрался. Сейчас что-то не пошло. Там рандомные эти штуки, куда падать. Так, это куда надо? Да. Twisted Turning Planet. Let's go. Это значит из Mario Galaxy. Воу. Боже, какая она красивая. Я готов гулять по облакам целый день. А, щит. О, боже. У нас планета вращается. Невидимая. Я сюда. Христалик? Где я ж там сдохну? Я сдохну там? А я его все равно взял, то есть, да, обязательно. Слышь, ничего себе, они детей заставляют убивать себя. Можно было с помощью вот этой штучки собрать. И надо перемотать было крест. Боже, этот елошок. А, с помощью вот этой фигни надо делать проход, я понял. О, там приехали бабки. Слышь, дай бабку. Там еще один кристаллик. Да погоди, боже. Как это работает? Я понял. Спокойно, тихо. Так, а здесь сейчас приедет синяя тема. Ее надо устаканить здесь вот так. Я помню, этот уровень был в трейлере Капитан Тодд. Они показывали, как здесь классно здесь все можно вращать, там смотреть с разных сторон вот это вот, с разных углов, прям бам, бам-бам, вот так. Здорово, правда? Так, ладно, здесь хотя бы меня облачко прикрывает, здесь я не сдохну. Надеюсь. Опа, денежка приехала. Ничего себе, о, вон там нормальная бабка. Так. А чё? Чё такое было? Был звук, как будто я добился чего-то в своей жизни. Но мы-то знаем, что это не так. Тихо, да бро! Не вращай так сильно свой барабан. Блин. Да вы завязывайте давай, чё вы там делаете-то? Короче. Бам. Сейчас все устаканим. Так. Спокойно. Бабки дайте. Так, а здесь сдохнуть можно? Боже. Там преграда. Да ты куда поехал? Мне тебя возвращать потом обратно. Так, ладно, теперь вот эту тему возвращаем обратно. Погоди! Я только сейчас понял, что... Мне-то надо в Мне в красную трубу надо, туда вниз, и... Там Австралия, и там сидит чувак. Как туда попасть? Вы видите эту фигню? Там внизу грибы. Я грибам хочу. Я чуть не... Как сюда залезть? Может сюда не залезть, а вылезть будет? А залезть туда? Годи. Есть ли там пол, надо выяснить. Блин, нифига не видно. Там пола нет, то есть если крутиться на этих темах, то ты скорее всего сдохнешь. Не, я не люблю дохнуть. Там я вижу одно облачко снизу. А другое вон там. Гади, которая вон там, она юзлится, она просто так вообще. Сейчас кажется, там золотой гриб. Туда я знаю, как попасть. А вот сюда не очень знаю. Блин, ладно, пойдем, короче, звездочку сначала залезем. А христаллик не взяли.
Мне кажется, эта сторона должна быть еще одна платформа. Если это так, то это хорошо, но, по-моему, ее там нет. Я смотрел же. Меня не жмет здесь. А в таком случае вниз вообще никак не попасть. Ладно, сейчас посмотрим. Пойдем тогда сначала ту тему возьмем. Тихо. Погоди, да ладно. А как тогда? Что-то я не понял. Я думал, что здесь можно так проехать, короче, и там вниз, бам, как-то там приехать, просто в это, спрятаться в эту синенькую тему. Не, спрыгнуть это не вариант, потому что капитан Дёрг неуправляемый в полете. Он просто низ, как мешок с дерьмом падает. Воу, сап-хайп! Чуть не подпрыгнул. Спасибо, Hidden Place. Теперь у нас стало чуть больше подписчиков. А, во, там платформу надо поставить. Все, лол. Че, я сразу не догадался. Она ж не зря такой формы. Не правда ли? Тихо, стой. Боже, бежим, бежим. И теперь бежим обратно. А, боже, Тим, fucking lost. Я понял, надо на ней ехать. Погоди, а там уступчик? Я, по-моему, не мог влево бежать. Там какой-то уступчик был коварный. Сейчас глянем. Да, типа, короче, уступ такой, что можно только в одну сторону пройти. Это сторона лево. Вообще даже не право. То есть с помощью этой фигни. А, уступчик, ты че? Если так вот надо. И типа я такой бах. Я сейчас сдохну. Че там? Что-то, короче, погодите. Не кликает. Там же была фигня. А, фигня не там была вообще. Это одна и та же фигня. Господи, да ладно. Я понял. Я сделаю вот так. Я на эту фигню поеду. Сюда вот. Опа. Ха. Ничего мне не дало. Зато гриб здесь есть. Ага. Так, ладно, а к ботаникам как тогда попасть? Такой вот вопрос. Я понял. Надо было всего лишь поменять перспективу, и сразу все станет понятно. Гайс. Игра для детей, ей-богу. Такие задачки прям, я не знаю. Ну, чувствуете, насколько здесь красиво отполированы текстуры? Притом они, казалось бы, можно было просто сделать зеленые и вот эту вот коричневую, типа земля. Они так это все вылезали, что глаз прям радуется. И вот эти вот кубики тоже все блестящие, переливаются. Замечательно просто. Так, короче, надо дырку вон ту. Так, и я сейчас я космонавт. Let's go. Ага, adventure. В страну ботаников. Here I go. Опа, и, ну здесь бабки, конечно, у них. Кристаллики. Вставай! Я музыку кинул. Если этот картежник он. Бам-бам. Ну все, гайс. Прошел игру. Есть монетки. Сейчас кажется, что надо собрать все монетки помимо золотого гриба. Я половину не собрал, там что-то, короче. Пойдем сначала посмотрим. Тут вдруг окажется, что достаточно золотой гриб найти. Ае. Мя-мя. Счетчик вьюеров. Давай обновим счетчик вьюеров. У нас же теперь все-таки не 28, а 29. О, нашел золотой гриб. Красавчик. 29. Так. Опа. Ха. 130 надо. У меня 168. То есть мне вообще можно кристаллики на самом деле не собирать до конца игры. А здесь что-то прямо. Да ладно, а там сейчас библиотека с привидениями. Это мой нелюбимый уровень. Вот эти вот привидения всякие. Это такой стресс. А чё? Ладно.
Стены есть. Что-то вроде изи выглядит. Сейчас здесь как все развалится, я знаю. Друзья, я прям... Я подозреваю... Слушай, а здесь прям... Чувствуете, что ковер-то махровый? С начесом. Боже, я так знал. И сразу... Бам, что-то там... О! Там строится... Нет! Господи, я сдох. Сдох в клубничном варенье. О май гад. Да ладно. Что, давай попробуем сразу так. С какой стороны там поднимается ты мне? С этой. Все, я пошел. Ничего себе, слышу, они что, офигели? Это вообще закон так делать? А этих чуваков сюда еще показывать. Я убил, конечно, но... Там что-то... Бам, там что-то разваливается обратно. Слушай, мне еще кристаллики собирать. Факин, кидим. Собрал. Пока что-то изи. Блин, ну этот уровень продлится. Меня сейчас вареньем замажет. Берите меня отсюда. Сдохни. Умри, фигня. Знакомая музыка. Так. Все, построили там свои шенанигансы. Так, давай теперь новую спираль развития человечества. Слушай, варенье, оно все выросло? Типа мне надо вот так сейчас? Меня сейчас дерьмо съест. Oh, fuck you, дерьмо. I'm getting out of here. Я пропустил кристаллик. Боже! За что мне такое... Да ладно. Ничего себе. Слушай, а где кристаль? Вон тот кристаллик я не взял. Офигеть. Слушай, они с перейдениями? Блин, вот это... Я такой стресс не пережу никогда. Слушай, идите нафиг своим монеткам, короче. Я потом скажу, что монетки надо собирать, я знаю. Я так понял, они триггерятся, когда подходишь. То есть можно прям бежать. А с другой стороны, вроде никто не торопит. И на самом деле, ну, вроде как успеваешь в плане варенья вот этого. Так, короче, наблюдаем за этим кристалликом. Он должен быть примерно на той высоте. Там рано или поздно будет у нас... Слышь, иди отсюда! А дебилы, они прям за мной так летят. Они пропали. Так, я такой, короче. Блин, а что-то не за триггерс. Сейчас большое дерьмо появится. Не, вместо этого появился круг дебилов. Я, конечно, бахнул, но... Так, короче, я кристаллик-то опять не взял. Гадя, а как так было? Он там снизу где-то был или что? Что-то я не понял. Слушай, твали! Офигеть. Так, короче, гайз, следите за вторым кристалликом этим, когда он там. А хотя вы мне скажете, а я все равно не пойму. Здесь же так неинтуитивно все строится. Скажешь, наступи на красную платформу или... Что-нибудь такое. Пошла слушать будет. Умри! Да боже! Если бы не привидение, был бы легкий уровень, но привидение прям добавляет, конечно, элемент. Вот этот вот элемент, так называемый. Так. Там кристаллик сейчас утонет. Слышь, отвалите. Там можно было остаться на месте и привалить. Ну ладно. Что-то я не понял. А меня бы тогда вареньем утонуло. Блин, что-то такие уровни. Идись нафиг своими монетками, вот сейчас скажу. Умри! Умри, а то я умру! Все, нормально. Короче, я буду смотреть, когда я буду на одном уровне с этим кристалликом, и тогда надо будет делать движение. Это следующий уровень.
Вон там сверху нападло. То есть вот здесь. Ага. Ага. Так, а что теперь? Мне дорогу там строить? Варенье! Коли щет. А сейчас большое привидение будет. Я не знаю, как там привидение большое приходить. Скрывать не буду. Я забрал кристаллик, это самое главное. То есть мне теперь прям... Сейчас они скажут, что если надо что-нибудь там, блин, не получить урон или что-нибудь такое. Слышь, отвали. Я бахнул супер большого. Я сейчас варенье тону. Ты будешь дохнуть там, аля? А варенье прекратилось? Да ладно, мы наполнили весь дом вареньем. Боже, еще. Варенье опять пошло. Ладно, давай пойдем. У-у-у, и все сразу спустилось. Фу, гайс, что-то потно прям. Блин, ничего себе, вот эта игра для детей. Бежать. Найти золотой гриб. Да ладно. Он был в самом конце. Пойдем. Я знаю, где мы. Три страницы там, да, да, я знаю. Ну давай. Секретный золотой гриб. Так. Он был в самом-самом конце. И там по таймингу надо прям успевать, я понял. И когда у тебя появляется представление о том, что делать с привидениями, уже становится не так плотно. Сейчас сзади появится привидение, оно будет меня бахать где-то здесь, после вот этих дебилов. Вот здесь. Из него были вообще все проблемы в этой игре. Он Гитлер. Что, будешь дохнуть? Значит, варенье здесь копает. Так, вот появляется большой. Большой бахнет довольно быстро. Так, и сейчас важно помнить, что появится еще один большой. И там потом времени, блин, нифига не оставит, а золотой гриб дергается. А-а-а! Достаточно долго все-таки. Тригазм. Слушай, погоди, а что, дохнуть не будем? Да ладно. А! Варенье! Бежим! Забрал гриб! Тим! Фух! Пронесло. Нормально, нормально. Нашел. Слушай, им надо завязать с такими уровнями, это не для детей. Так, Touch Stone Turmoil. Чуете, что осталось совсем недолго? До гранд-финале. А? За бабу теперь играть. Это типа по очереди теперь играть. Бам, бам. Слабо так. Вот это умиротворяющий уровень, я люблю такие. Ходишь, нажимаешь, там что-то смотришь, дырки. Подумаешь, что не так. Побольше таких делали. Так, а в чем разница? Типа здесь вот так можно пройти. И так, опа. Ага. Не ожидали. Теперь здесь так, бам. Ну я, короче, сюда вот. Там в дырку можно спрятаться. Я все вижу. Что мне даст? Я перейду на другую сторону. Вот так. Что, а дебилы эти, они зачем-то здесь... Там у них кристаллик, вот что я понял. А, дайте. Погоди, а как? А если я нажму, они переместятся вместе со мной? О, я понял. Ага, погоди. Что-то не понял.
Тихо-тихо, брос. Слушай, если я сейчас здесь на эту тему нож еще будет. Ничего не будет. Блин, им надо. Надо все продумать, гайс, тихо, подождись. Блин, я в самом низ, короче, теперь обратно у меня ресет произошел. Из-за того, что я все не так сделал. Погнался за наживой, как обычно. Так, садимся сюда, поехали сюда. А, кристаллик-то просто забирается, вот так. Да, ачивка, скорее всего, будет на потрогать там два раза, или сколько там, три раза. Но это не проблема. Да ладно. Факт, накидим. А если так? Ага. Тогда не ложки становятся. А эти? А если, блин, не становится, надо так. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Тихо-тихо. Я с вами. Так. Так, да, 6 раз потрогать. Ну-ка, давай. Here I go. Here I go. Так. И сейчас будем рационализировать пытаться. Первый раз потрогать. Раз. Сразу же в лифт. Два. Три. А, ну все. Нормально, вроде. А, тихо-тихо. Если это невозможно пройти, не потрогай. Я вроде укладываюсь. Хотя вот насчет вот этих вот тем не уверен. Значит, вот этой вот фигни. God damn it. Проваливайся. Так, ну ладно, понятно. То есть, если ты собираешь кристаллики, то тебе надо два раза пройти. Но это не проблема. Бам. Все. Молодца. Мотаем дальше. Color crate. Карусель. Поехали на карусель-то, это мне нравится. Here I go. Вот, я помню, тоже в трейлере было. Где мама с дочкой сидели, трогали свой геймпад. А! Вот. А! А! Она автоматом врача, я понял. Ну и типа я прошел игру, гайс, все. Че-то изи. Ну, давай прочитаем, что здесь надо. То есть так-то я зря, наверное. Золотой грик. Ладно, все, теперь я хотя бы знаю. Там опять письмо. Опять молотком. Ну, пойдем побахаем. Немножко надо отвлечься от ежедневной работы. Тяжелая профессиональная деятельность. Капитана Гриба. Пойдем вишенки на этот раз, может? Бам. А здесь прям странно денег. Двое. Трое, четверо. Ну, что-то здесь так себе. А, их надо размножать. Я сейчас все соберу. Я почти все собрал. Так. Ищ. Not bad. Опа, здесь занято. Погоди, мне вот это сначала. Там последние 5 страниц. Меня они прям уже пугать начинают. Там сейчас супер-хардкор какой-нибудь они бахнут. Так, ладно, поехали. Я прям приближу, потому что здесь очень красивые деревянные вот эти текстурки. Ну давай, поехали, что там? Куда? Шеф, заводи. Бам. Взял вниз, свалился. Зачем? Тихо-тихо.
спокойно. О, чё, бабку собрал. Так. Давай что-нибудь помимо вот этого темы. О, кристаллик, ну-ка давай. И сейчас неожиданный поворот, опа. Ожидали такого? Сюда вот. А, у меня проблема. О. Так, это два кристаллика. Вот теперь проблема. Черт. Так. Я нашел секретную фигню. Наш... О! О, гриб вижу. А как туда? Погодите-ка. А, туда, вон оттуда, вон так. А как туда попасть? Я там внутри задницы катаюсь, конечно. Что-то я не понял. Как туда попасть? Он при том внутри, то есть... Надо упасть вот на эту деревяшку. А откуда? Оу! Mind blown. Короче, я не знаю. Ладно, пойдем отсюда. Так, заберись мне. Все. Э, а где дырка-то? Во. Так. А-а-а! Я понял. Надо, когда он вращается прям. Ну-ка, ща. Кристаллики-то оставили? О, кристаллики оставили. Ну все, поехали. Заводи, шеф. Так, здесь что-то сначала куда-то... В красный вроде надо падать, что такое. Где там дырка-то на другую сторону? В синий либо в красный? Эй, погодись. Так. Пойдем в синюю, допустим. Слушай, он в другую сторону начинает вращаться. А он вращается вообще как сам по себе. Я не хочу в эту сторону, я в другую хочу. Слушай, ну завязывайся. Блин. А, в другую сторону-то это я потому что смотрю по-другому. Что за идиотизм? Так. Готовы? Опа! Изи катка, братан. А! У! Черт подери! Ситуация накаляется. Заберись меня отсюда! А засчитают гриб сейчас? Да, конечно, не засчитают. Кто же засчитает? Блин, ничего себе. Войти-то, блин, оказалось проще, чем выйти. Кто мог подумать? Ну это они, конечно, нечестно так сделали немножко. Я думаю, сейчас... Думаю, сейчас по-быстрому все. Если вам что. Опять сложнее. Так. А. Это испытание на терпение, я понял. Щет! А, вот теперь точно проблема. Блин. Надо продумать, короче, свою модель поведения после того, как ты берешь гриб. Потому что на самом деле нифига не очевидно. Мне кажется, в идеале надо вернуться обратно на... Так, короче, если я здесь окажусь, то я, скорее всего, сдохну. А вот так переступить не получится.
Блин, нифига себе, короче. Будем экспериментировать надолго. Я действительно на терпение. Слушай, а как японка там, японка мама со своей дочкой 8-летней, они прошли это вообще на изи? Хотя им вроде примерно как я в первый раз прошли. Так. Так, короче, я на полку. Теперь сюда. Теперь сюда. Здесь можно потусоваться на самом деле и посмотреть, что дальше делать. Я могу опять на полку залезть. Но с полки я сразу сдохну. На полку залезть нельзя. Слышь, заберите меня отсюда, я застрял. Короче, мне надо в синюю или в красную попасть, грубо говоря. Ну или вообще, блин, хоть куда-нибудь уже. Fuck. My life is in shambles. А можно туда просто пробежать, вот так. Лол, сейчас будем это делать. Где, а можно ли? Короче, когда он вот так, бам. О! О! А я, лол, вот это я лох. Сейчас пройдем игру. Стоит изменить немножко перспективу, и сразу все становится ясно. Бам. Is game is life. Ае. Так, бам-бам-бам. Золотой гриб забрал. Все. Not bad. Так, ну дальше опять босс. Трик-трак. Надеюсь, это не там, где стрелять из вагонетки. Here I go. Here I go. Воу, здесь прям бам-бам. Там дверь. Там трогать надо. И здесь, ничего себе, у них там дверь какой-то. Сейчас, если я на дверь нажму. Так, короче. Бам. Подергать немножко. Так, а вот эта тема зачем? Че такое вообще? Что-то не понял. Бам. А, я... О. Типа он сейчас кинет и разбомбит. Ага, о, ничего. Нормально, прям ломает все. Так, мне теперь надо ему вот эту тему сломать, тогда он не сможет ничего делать. Да, флажок. Так, ладно, а мне тогда, значит, сюда вот. Если подумать. Так, а здесь что? Вот так, значит, короче. Что-то мне кажется, это все неспроста. Здесь. Так. Что-то я, короче... Пытаюсь сконфигурировать, чтобы можно было пройти. Ладно, похоже, придется вниз падать, так или иначе. Надеюсь, меня наверх потом когда-нибудь запустят. Бам, дергаем. Там что-то... А, там плеватель. Орешками. Ае. О, здесь мани. Я кристаллик вижу. А там потрогать. Бам. Куда? Я там что-то раздолбал, блин. Сломал по уровню. Так, ну этот чувак огребает. У него друган есть. Ха-ха. Теперь ты убьешь того. Ха-ха. Представьте, у вас бы такой друг был. Пришел злодей, дернул друга и... Другом убил вас. А еще тут прям... Ба-у! Слушай, а здесь разломать надо. Притом так, чтобы самому не сдохнуть. Так, я спрячу сюда. Гади, а там сразу дверь, наверное, дадут сейчас нажать. Calm down, buddy. Так, unlock it. Это, второй. Какая-то фигня на стенке висит. Ну, это японский дом, у них все дома в Японии такие, на самом деле. Так, ну, короче, вот так. Не так. Не так, так вот. Да?
Бам! Ха. Все же взломал. Так, слушай, а здесь дыра, и в нее можно падать. И вопрос лишь один, нужно ли падать в дыру. Что будет, если я в дыру падаю? Я умру. Да, судя по информации, которая у меня имеется, там находится смерть. Так, ну ладно. Так, короче, открыл я это дерьмо еще дальше. Там, блин, фигня вот этот кристаллик, и там... Все это, конечно, так загадочно. Так, а есть... В японских домах так принт вот это вот. Для гостей, которые ноги не утирают. А здесь что? Куда здесь нажимать? Опа. А теперь... Ага. Я понял. Ну-ка. Подергать. Опа. Ну, это для ложков, которые запарываются в видеоиграх, как обычно. Гадя, я кристаллик хочу забрать и при этом не сдохнуть. Это вообще реально? По-моему, нет. Нет, что, серьезно? То есть, типа, вот здесь надо умереть нарочно. Oh, fuck my life. Сейчас окажется, что можно было не умирать. God damn it. Так, ну ладно. А, чуть-чуть. Есть дергаю, он начинает сверху. Так. Монетки тоже буду собирать. Мне кажется, это необходимо просто. Так, надо вырубить. Что он там вниз падает? Мне кажется, я что-то лишнюю, короче, сломал. Или что такое? Непонятный уголочек вот этот. Так, ладно, здесь... А, ключ-то, в принципе, не нужно, если подумать. То есть, можно сразу сюда идти. А, что-то не то. Сюда вот, так. Все, молодец. Так. Наверх. Да ладно. Он не катится. Гадя, отсюда? Нет, не отсюда. Че вообще? Так. Бам. Так. Оттуда можно туда вниз упасть. Что это даст? Это даст? А, ну это к звездочке проход. А мне? А, мне... О, нашел. Гадя, как туда? Понятно. Что-то... Что? Так, еще главное задницу бережем. Тихо, все. Фу, вроде обошлось, друзья. А-а-а! Переехал, блин, сейчас скажут, урон не получается, что-нибудь такое. Да что, зачем здесь? Я что-то открыл, когда здесь нажал, наверное, здесь проход был закрыт. Я нашел золотого Луиджи, точнее, не золотого, а зеленого. Надо мне нажать. Ее засчитают, если я нажму? Он, похоже, просто так, что, типа, ты его нашел и радуешься. Наверное, да. Все. Так. You fucking kidding me. Господа. Ситуация вынуждает нас вернуться и найти золотой гриб. Где же может быть золотой гриб, спросите вы. Я вам отвечу, что фиг его знает. Где-то, куда не попадаешь по задумке. Yeah.
Меня почему-то этот колодец напрягает. Мне кажется, он не просто так. На самом деле он просто так. Где? Это я. Окей. Блин, ну ладно. Так, здесь сломали, здесь выключили, здесь бам, так, бах. Золотой гриб. Где может быть? Здесь? Ну что-то не. Дамы и господа. Есть ключ. Здесь снизу. По-моему, нифига нет. А хотя там в двери, мало ли что в двери. Это что? Коля щет. Типа спрятался. Дурной что совсем. Я не думаю, что они в этой двери будут золотой гриб совать. Конечно, не будут. Типа в конце. А он на какой-то платформе, куда ты приедешь, только короче, это в верхней части где-то. Ну там, на этих двигающихся платформах. А! Я аутист. Понятно, зачем там гриб сделал. Так. Он наверху вон той платформы. Вот это вот. Не? Ее, да, вниз можно спустить. Где я? А, я ее вниз спускаю, чтобы там проломать все. Вот здесь. Только что-то не ломается нифига, блин. А так ломается, значит, да? Нормально, нормально. Сюда. Здесь грибы дают. Там только кристаллик. Никуда еще я не попадусь. Неужели в самом конце там действительно на этой платформе? Вот на этой. Я так знал! Ае! Все, не жизнь, а сказка. С золотым грибом на фиолетовой подушке. Ауе! Фух. Так. Прошли 24 левел. Какая большая книга-то, она по сравнению с перед остальными. Давайте посмотрим, что здесь еще. Есть. Раз, два, три, четыре. Четыре левела. Так. Deep Space. Вот опять уровень провращать. Там страусы. Кнопка. Я хочу нажать кнопку. Let's go. Кто же в космосе? Хотя в космосе, наверное, лучше освещать. Так, ну я тут такой, короче. Тихо-тихо, спокойно. Нажал. А! О! Тим, боже! А! Меня застрелили сейчас. Спасите. Страусы. Бам. Ха. Фак! Здесь какая-то фрикция нездоровая происходит.
Я скольжу, что ли, на этой фигне? Я как-то развернуться не сразу смог. Меня страусом бахнул, мне теперь хп нужно. Да ладно, и как? Здесь пробежать прям надо? Вроде смог. Мне нравятся вот эти уровни, где можно призумить и смотреть прям. Я сейчас нажму на кнопку. А готово? Изи кнопка. А! Так, что теперь у нас происходит в нашей с вами жизни? Две пули теперь летят. И можно нажать на кнопку, а можно пройти дальше туда. Бабки. Ё-моё, а там кристаллик. Еще бабки. Идем дальше, это ё. Опа. Так, ну я король... Опа. Первый кристаллик. Так, ну и теперь я на эту кнопку нажимаю. И оказываюсь вот здесь. Это где вообще? А... Не, здесь не было. Иди дадут репку. Еще одна кнопка, то есть можно сейчас сразу... Молоток! У-у-у! Ну, огребайте, страусы. Репа, нет! Я не возьму теперь никогда не дерьмо это. Репа осталась, все нормально, гайз. Спасибо гейм-девелоперам, которые подумали про детей, которые молотком нечаянно могут убить репу. Ба, Да ладно. Ты ж а как? Отсюда, что ли? А, ну здесь, да, покороче дистанция. Бам! Забрал. Так, теперь вопрос, на какую кнопку нажать? Если я нажму на эту, будет конец уровня. Если я нажму на ту, я окажусь вон там. Там можно будет пройти так, и там будет закрыт. Короче, давайте отзумим обратно. Там можно будет нажать на еще одну кнопку, тем не менее. И тогда все повернется вот таким образом. Там будет красный. Короче, пойдем. Так. Бам. Это все было понятно. Это сам начало уровня еще. Блин, а зачем я здесь тогда? Да ладно, с мотком надо было сюда упасть. О май гад. О май гад. Слушай, у меня хпшка-то не осталась почти. Сейчас страус на это бахнет. ЖЖВП. А, тихо, спокойно. Блин, ну ладно, пойдем на выход, хотя бы узнаем requirement. А там вниз можно... Не, вниз, наверное, не надо пойти. Прикольный уровень. Не знаю, как вам, а мне нравится. Воу, я переконфигурировал все пули в полете. Ладно, короче, пойдем. Вот здесь будет конец уровня. То есть это конец, а то просто ресет обратно. Если ты не лошок, ты бы здесь забрал и прям бам-бам. О, слушай, а можно было вот здесь прям проломать? Можно было взять моток и туда вперед прям пройти. Там последний кристаллик. То есть молоток нельзя тратить на страусов глупых. Это был провалом. Дин тэк, а не дэмэдж. Это не про меня. Давай еще раз. Урон не получается здесь достаточно прост. Если к страусам принравится. Не вставать под пули. И все такое. Так, повращали. Здесь страусы. Бам. Бам. Камон. Сюда вот так вот. Вам вот так сюда вот. Так, и короче. Типа я нажму на... Давайте ускорим немножко процесс. Такое дело, что без зума, блин, не видно, и можно шлепнуть.
Так. Опа. Меня еще не бахнул там, между прочим. Слушай, а это нормально, что он висит вот так? Ну, хотя в невесомости у меня, наверное, шейд не ломается. Хотя, с другой стороны, тогда меня к полу, наверное, не притягивает. У них полный магнично, у меня супер ботинки. Я так и знал. Все легко объясняется. Короче, надо вот здесь не упасть. Если видите, какая сложная ситуация. Так, я типа сразу нажимаю, и что тогда? Тогда мне бежать сразу туда, он. И потом налево. Блин, ну. Давай попробуем. Щет, быстрее. Так. Господа. No! No! I'm done. Открыл, блин, путь к звездочке. Хотел время сэкономить. Боже, есть проклятые тролли. Зато урон не получил. God damn it. Взяли, поставили кирпич последний. Так, ну все, я сейчас. Я профессионал уже вытыкай. Короче, бах. Так. Страус тут, конечно, всякий есть. Мне кажется, можно просто вперед пройти. Так. Тихо, спокойно. Сюда вот. Все, друзья, давайте соберемся вот без этой фигни вот опять. Выдергиваем лоток. Ае! Ну и все. Фух. Вот это уровень, блин. Не казалось, вроде несложный уровень. Блин, заново все проходить. Fucking kidding me. Казалось бы, вроде несложный уровень, а с другой стороны, пришлось несколько раз его перезапустить, пока. Пока не получилось все как надо. А с другой стороны, на самом деле, не так это и напрягает. Типа, зачем фрустрироваться из-за того, что перезапустил несколько раз. Бам. Сбежал смерти. Чудом каким-то. Монетки вот можно пособирать. Хороший, умиротворяющий левел. Со страусом бы еще есть. Разобраться бы. Fuck you. Everybody, fuck you. Так, ну все. Господа, чуете, как мы приближаемся к развязке? Прямо сейчас будет сюжетная какая-нибудь тема. Супер специально. Опа, сначала письмо про зомби. Блин, это... Оно мне хоть и не нравится, но надо. Вот это вот здесь прям... Чувствуешь давление со стороны вот этого вот. Гриба мумии. Музыка еще волнующая такая. Я застрял. А, недолго спавнились. Мне так вроде норма, а с другой стороны догоняет вроде. Хотя их заносит на поворот. Можно пользоваться то, что они ходят. Дурачки. Там шагай, все машины. Тип. Тупик. Не тупик. Тупик. Теперь точно тупик. А, Тим. Ух. Шагай стоял, самое главное. Если дебил, не такие страшные. Шагай! Тим! The fuck that? А! Тупик! Я из прошлый раз сдох, по-моему. Нормально! Живем! Еще один шагай! Время кончается! Жизнь успел получить! А-а-а! Сейчас на фижу напоследок. Фух. Ну все.
кирпич. Напоминает про уровень, где там были жучки. То есть, если хочешь... Я так понял, они это действительно делают с точки зрения геймдизайна для того, чтобы... Типа, такое смотришь, о, блин, ничего себе там, помнишь, какой классный уровень был? И пошел проходить опять. Может, не такие с вами. Так. Да ладно, стресс здесь будет какой-нибудь? Не, здесь вроде нормально. Подуть надо. Опа. Ае. Блин, прикольно, левел. Я что такое? О, бам! А! А! Бегу! Господи, летит дерьмо. Я бежу сюда. Бам. Что происходит-то, господи? Они ускоряют меня, и я как дебил сразу себя веду. Так. Это как в доте, если... Остановиться можно когда? Я понял, он неуправляемый когда. В этом проблема. То есть, короче, он сам вперед бежит, а я... Я первую штук 10 этих штуковин, я сам вперед бежал. Я думал, что это я сам вперед бегу. Что здесь все нормально. Но теперь когда я понял, что-нибудь попроще должно. Короче, пофиг на монетки. Кристаллик я там взял. Здесь на поворот хоть сложно запустил. А, я успел думать. А! Ничего себе, бам. Что там? Слышь, хочу туда. И куда это я? О, здесь подергать. У, там ничего себе, там супер дуть надо. Блин, я так не смогу, наверное. Ничего себе. И все сразу стало на свои места. Ничего себе. Занесло что-то немножко. Надо понять, сколько длится одна вот эта штуковина. Ну, экспериментируется, когда прыгают вот эти червяки, не очень хочется. А, блин. Короче, я когда отпускаю стик, меня начинает заносить очень дико. И он становится каким-то глупым. А я сюда? А, не ждали? А чё они? О, появился какой-то кол. Чё такое? Слушай, нормально. Я теперь свечусь. Непростая жизнь, а золотая. Это для ложков, которые запарил. Это я понял. Я впервые такое вижу. Я ж раньше так не запарился. У меня 35 жизней, то есть здесь... Понимаете, что у нас ограничено количество попыток. Колюще. Бэ. Слушай, они сами по себе еще ездят? А, я когда ору. Не понял. Стой! Надо жизнь было взять. Слушай, а если просто назад пойти? Назад вообще нельзя пойти. То есть тормозов вообще нет. God damn it. Help. Чё, сложно, блин, уровень. Казалось бы, вроде такая простая механика, а он на поворот как-то у него очень странное это поведение. Его заносит. И такое ощущение, что стик в два раза чувствительнее стал, когда ускоряется. Я хочу последний кристаллик, блин. Хотя, с другой стороны, не то, чтобы он мне нужен был.
Я каждый раз буду брать жизнь, чтобы у меня жизни были бесконечные. Я понял их задумку. Так. О, сабхайп. Ничего себе. Я ждал. Спасибо, Гарден. Сейчас я бам сделаю здесь тему. 30. Слышь, давай заяц физ. Надо хотя бы до конца дойти уровня. Пока что не получалось. Понял, главное не трогать второй стик. А, проблема. Я напоследок понял в последнюю секунду, что орать в геймпад — это плохая идея, потому что эти штуки триггерятся от моих криков. Слышь, погоди, а эта жизнь не дает это дерьмо? А зачем я тогда беру? Че это такое? Меня обмазали волшебной пылью, и слышь, зачем это? В чем прикол? Еще не понял. Короче, fuck you, я пошел уровень проходить. В трубу не полезу. Боже, очень серьезно. Holy shit. Fuck. Ah, yeah. Let's go. Фух. Короче, я не понял, что за гриф в самом начале был. И зачем он нужен был. 150 монеток. Слушай, короче, я здесь ничего не буду делать. Пошли нафиг. Это левел, отстой. Мне все равно хватает. Я напоследок буду слакс. Иначе я здесь бегать реально полчаса буду. Скалдинг, скафл, что-то там. Что это такое? И что-то все уровни последние? Они прямо теперь... Что такое? Нет, о боже! Только нет дерьмо. Я думал, прошлый уровень был отстой. Фак! Монетки. Очень хочется разгасить. Фак ю! Боже, бежим! Мне кажется, ли с репкой она медленно ходит. Тим! Монетки. Боже, все эти монетки. Уверен, что их заставят собирать. Ладно, хотя, в принципе, не сильно хуже, что уровень. О! Все, о чем с тобой недаром? А, фак! Нормально. Куда я? Боже, я куда сбурился. Я ничего не понимаю. Из монетки. Так, Лол. Это не совсем то, что я ждал. Nevermind. Черт подери, я не то делаю. Очень хотелось подергаться. Я пошел отсюда. Я чувствую, с последних уровней вообще ничего не буду делать, ну их нафиг. А, там устаканило? Не, не устаканилось, нифига. Фух. Not bad. На самом деле... Драма, гайс! Опять злобный Каркарыч. Верни бабу. А капитан Дёрк про это, наверное, не в курсе теперь. Ща босс будет. Так. 200 монет собрали. Fuck you. Это вот эти вот последние два уровня. Это просто вообще забей. Ultimate Treasure. Гайс, последний левел. Lingus Lockdown. Капитан Дёрк говорит, спаси меня.
Так. Ага. Слышь, я тебя убивал уже один раз, я тебя еще раз убью. Он опять шинами. Слышь, не сдувай меня. Отвали. Че, с другой стороны решил сдувать? Я на лестницу залезу. What you gonna do now? Он ждет. Oh, fuck my life. А че? О, блоки в лицо. Там чувак. Ага, я теперь залезть могу. Ну спасибо, блин. А, тихо, спокойно. О, он не сдувает, кстати, то есть нормально, в принципе. Он что, не понимает, что он огребает вообще? А, тихо-тихо. А, да ладно. Я понял. А гриб дадут? Скоростная спид-деливери, значит. А, быстрее, пока он не сдул обратно. Щет. Фу, успел. Я пошел дальше. Ну, ничего себе здесь. Давай, гриб. Ботаник. У меня тяжелое приключение здесь, сам понимаешь. Спасибо за вашу поддержку, блядь. Смотрите, оп. Оп, и зигу. Я пошел. Репа. Зачем репа? А, лестница в лицо. Это факт. А, лестница-то непростая, она зла. Она нужная. Там прям пуля. А! Whatever, я пошел дальше. Я думаю, последний уровень я не буду никакие здесь кристаллики вот это все потеть. Последний уровень все-таки здесь надо принцессу спасать. Принцессу грибную бабу. Так, а он что-то лох, он не может из стороны ничего делать. Не подумал он про это, наверное. Так, а... опа. Вращаем барабан. Сергей Львович. Так, ну я... опа. Спокойно, спокойно. Есть кристаллик. А, ты, бля, верни меня, блин, чувак. А, нормально, я... по теме есть. Вижу гриб. Еще один кристаллик. А там пушка, мне в пушку, наверное. Они заманивают, типа, пойдем, сейчас будем... сейчас будем кристаллик собирать. А пойдешь кристаллик собирать, и бомбанет. Чего? Главное вниз не упасть. Так, и как... что теперь? Надо ждать, пока он слева окажется. Там привезет мне все дорожки и... будет нормально. Так. Ты чё, дебил? Да, упоролся. Я не заметил. Фак. Ай, мне. Сейчас я на этом кристаллике запарюсь, я прям чувствую. Ходи! А! Фу, вроде выжил. Где сюда? Боже, такой саспенс. Что же будет в самом конце, интересно. Мне гриб надо взять в любом случае. Иначе я запарюсь на боссе. Давай сначала гриб берем. Так. Ае. А меня на этих штуках не сдувает. Я боялся, что меня сдует сейчас, пока я стою на ней. А мне вроде... тихо-тихо-тихо, бро. А вот здесь что-то не очень. Сейчас рано или поздно возьмем. Не беспокойтесь, я же знаю, что вы переживаете, но все будет нормально. Самое главное, это третий кристаллик, а не второй.
у нас проблемы. А с другой стороны, эти кристаллики нафиг больше не нужны. За них анлокать бонусные левелы, я так понял, которые у меня уже анлокнуты. Потому что я играл в Super Mario. Я таких пацанов Nintendo уважает. Там денежка? Не, наверное. Лучше кристаллик. Э, а чё? Скажи, да ладно. Блин, и надо было... Да ладно, бэдзайн, надо наверх. О май гад. Э, да ты чё? Каркарус. А там иначе не пройти, да, всё, я понял. А, или пройти можно сюда вот забуриться. Здесь так. Получится такая тема, как считаете? Мне кажется, должна прокатить. Так, вот он увез. Еще он пока летит, я такой бам. Ага. Не ожидал. Нет. Скорее бежим. Бам. О, я нашел баблишко. Так, ну это мы и сделали уже. Я правда не помню, фига, что там. Там реп надо будет дергать. Вообще будет реп идет. Бам! Бам! Что-то. Ничего себе. Вот зоны. Не стоять фиолетовым. Да ладно. Так, ну ладно, это как минимум не сдувает, но он будет пытаться меня на вот зону сейчас затянуть. То есть надо просто не огребать. Супер репа! И fucking kidding, здесь слышишь? Верни, блин, репу, козел. Деньги. Так. Что-то мне там репа как-то плохо упала в прошлый раз. Так, вот опять репа. И сейчас он нагребает. Ага. Че это он? Вторая фаза, гайз. Спасибо, блин. Мне одна жизнь здесь очень нужна. Глупый баба опять руин. Супер брюко. Фак. Где же он вылезет? Ну все, ты огребаешь. Да ладно. Боже, я лошок. Баба, лучше красный гриб дай. На! Бам! Съел репы. Бабы, подожди, бабы верни. Ничего себе раздул. О! И баба прилетела, нормально там бомбануло и... Лицо Мани, ну все, пусть там тусуется. Тоже мне грибы она там кидала, лол. Где звездочка моя? Годя. Да ладно, это куски звездочки. Ничего, теперь больше ничего здесь нельзя делать, кроме как бабу дергать. Блин, ну ладно. Ой, я заганул случайно. Вылазь, дура. Бам! Ага! Она так и не отпускала звезду до самого конца. Жадное создание. Ае! Я принес, говорит. Ну ты дурная, конечно. Все, пойдем. Ае! Course clear! Ну и все, господа. А теперь это самый настоящий конец игры. Мы сели в тележку и поехали опять смотреть вот это все. И сейчас они намекнут, что типа если соберешь там все штампики, все вот эти кристаллики, то покажем там секретную концовку, вот это все.
про то, что было на самом деле после убийства Каркарыча. Там еще есть бонусные левелы. Сейчас посмотрим, сколько их. Если их совсем мало, то может и побацаем. Но что-то я подустал признаться. То есть я думаю, их там на самом деле не так и мало. Может быть, в следующий раз между делом баснуть. Но на последних трех уровнях как-то прям сложно. Что он реально фонарик бабы отобрал. Салют. На тележке прям. О, это вот раздутый летающий, сейчас ему опять бомбанет. Он там еще взорвется, там взрыв был. Взорвал маджахеду. Уи! А, щит! Баба! А! Ну, бам! Ае! Салют, вишенки, звездочки. Что еще надо? Зеленая звездочка. Что бы это значило? Ей, скорее влезаем с тележки и полетели за зеленой звездочкой. Эй, ты чё? God damn it, мой муж дебил, говорит. The end. Конец, друзья. Сейчас зеленую звёздочку покажут и... Сейчас прям клиффхэнгер будет для следующей части. Да ладно, это принцесса... У! Ничего себе. Это Mario Galaxy. Начало. Так. Опа. Ну-ка, что там? Бам-бам-бам. Опа. Ха-ха. Хорошая работа. Бам. И, насыпало прям дерьма. Это что еще такое? Проклятый Баузерс. Подожди, они что, рекламируют Марио Волт, что ли? Баузер! What the fuck? Это не та игра, Баузер, иди отсюда. Он захавал. Well, shit. Как он влез-то и вылез. А ты тут дур, господи, блин, проклятый баба. Моя зеленая звездочка. А капитан где сам? Все одну трубу. И сейчас капитан пробежит такой. Вы не видели здесь толпу дебил? Приключения продолжают Super Mario 3D World. Да, я так знал, это был весь вот этот сегмент, это была реклама Mario 3D World. В него когда-нибудь будем играть, он прикольный. Все, это настоящий конец был. Бам, 220 монет собираются, вот эти вот последние три уровня прям. Прогресс сохранен. Поздравляем! Новую страницу бонусе. Ну блин, спасибо. Так, пойдем посмотрим, что за бонусы и с чем его едят, сколько его там. Так, короче, смотрите. Здесь прошел все на отлично. Слушай, а почему здесь перышко, а здесь два? Перышко типа один, наверное. 54, 54. Здесь 80, но, блин, все лишь две медальки. Давай глянем. Экспедиция. Слышь, ничего себе там страниц. Я так понял, они посегментно анлокаются. Тут бригада. Давай анлокнем сразу. Я могу себе позволить. Здесь дальше тоже. Сейчас узнаю, сколько надо кристалликов. Я так собирал, прям потел. Всю игру, блин. Кроме последних двух левелов.
куда? Вернись! Боже. Это сам первый левел в игре. Так, я пройду сейчас. Здорово, баба. Он вроде несложно проходит. Изи левел. Это когда быстрее, чем перезапустись. Ну все, нормально. Ей. Сейчас опять заставка про это. Блин, ну я видел уже. Слышь, мы же только что убили. God damn it. Да баба, вот опять ты начин... Господи. Сколько не воспитывай. Улетела. Ну все, можно смотреть футбол, пить пиво. Без каких-либо проблем. Найти золотой, я не нашел золотой гриб. Fuck you. Так, короче, здесь залочено. Блин, дофига на самом деле бонусных левелов. Их потом будем проходить. Прям, что-то их реально прям много. Эпизоды, прологы прям. Ну, что-то они прям повторили. То, что я уже знал. Ну, типа, memories на память. Типа, то, что у нас когда-то было. На самом деле, можно было просто отжать эту книжку и нажать старую книжку. Вот эту вот. То же самое. Как можно убедиться. Если перемотать с самого начала. А, не, это пролог там был, а здесь... О, да, здесь другая тема, ничего себе. Понятно. Ладно, короче, господа. Давайте на этом заканчивать. Бонус потом когда-нибудь. Я эту фигню, наверное, вообще никогда не буду дособирать. Пошли они нафиг. Ну и там посмотрим, что дальше будет происходить. У меня садится геймпад, на самом деле, уже давно. Так, сейчас это заметил. Все. На этом приключение Капитана Тодда. Возможно, заканчивается, а возможно, потом будет дополнительное. Дополнительная сюжетная арка. Спасибо и до свидания.